Как соблюдают в регионе санитарные требования, специалисты продолжают ежедневно выяснять в ходе рейдов. Сегодня в Тюмени сотрудники Роспотребнадзора побывали в местных магазинах. Дарина Халина расскажет подробности. Мы отправились в магазин, который находится на Старом Тобольском тракте. Поводом для проверки послужило обращение покупателей о том, что здесь не соблюдается масочный режим. Однако, войдя в магазин, мы увидели, что продавец находится в средствах индивидуальной защиты и также в перчатках. По словам продавца, большинство покупателей соблюдают масочный режим, однако есть и те, кто принципиально не хочет надевать средства защиты, устраивают скандалы, но таких покупателей не обслуживают, несмотря на их настойчивые требования. В магазине отсутствует дезинфицирующее средство с вирулицидным действием, которое необходимо применять для обработки поверхностей, с которыми контактирует человек. То есть это ручки, это прилавок, это пол. Указанные нарушения попадают под статью 6.3, часть 2, которая предусматривает меру административного наказания либо приостановления деятельности.